В округе прошел первый областной фестиваль фольклорной культуры «Лучшие народные наши». Зрители познакомились с русским народным творчеством и самобытной культурой регионов России. На празднике работали мои коллеги. Фестиваль объединил традиции, мастерство и душу русского фольклора. Лучшие творческие коллективы Московской области представили национальное наследие через музыку, песни и танцы. Такого фестиваля, в принципе, еще на территории всей Российской Федерации не было. Сегодня у нас участвуют 9 округов Московской области и 14 коллективов. Конечно же, люберцы тоже принимают участие, как хедлайнеры этого мероприятия. Сегодня здесь собрались самые сильные коллективы, заслуженные образцовые Московской области. И мы очень рады всех приветствовать здесь, на Люберецкой земле. Все коллективы, которые выступили на фестивале, по праву называют хранителями русского фольклора и народной культуры, которая отражает жизнь людей, радости и горести, обычаи и традиции. Каждая мелодия, песня или танец – это целая история. Богатство и разнообразие музыкальной палитры представил оркестр русских народных инструментов из Серпухова. Так как мы участвуем вот в фестивале, посвященном, в общем, фольклорным традициям, естественно, мы выбрали произведение Владимира Конова «Распотешься, народ», именно поэтому. Эти песни все на слуху у зрителей, и поэтому, я так думаю, поэтому они, узнавая эти мелодии, нас так замечательно приняли. Нам очень приятно. Мы из ансамбля «Истра», ансамбль песни и танца «Истра». И танцуем мы сегодня «Акулинку». Да. Нашему ансамблю 75 лет в этом году исполнилось. Зрители очень доброжелательные, всех встречают бурными аплодисментами. Хочется, чтобы фестиваль проходил ежегодно и притягивает сюда молодежь. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.